Всем добрый день суток. Вот как обещал, капуста, моркошка, творог. Я, короче, две штуки я тогда в том ролике перепутал. Говорит, два кефира там осталось. Нет, не два кефира, два творога я дал, короче, Злате и Каюру. Морковка. У какой? Обрезь говяжья. Где-то подрезают со стороны там. Не знаю чего. Ну, присутствует жирок. Но говяжий жир не страшен. Короче, варю щи. Но я сюда еще макарошки мелкие брошу. Рожки. Чтобы было сытно. И добавлять кашу, наверное, я не буду. Вот. И как бы вот так. Все, сейчас ставлю. Надо сейчас посуду мне домыть. Там две тарелки. Каюр приходил. С чезы не... Поесть поели. А мыть мне. Так, ну что, кастрюлю готова. Посуду пришлось мыть мне. Наливаем. Можно сразу горячий. Не знаю, еще колоть до конца. Не это, не успел я с этими поездками. Займусь завтра. То есть сегодня. Сегодня. Это так точно. Так. Видите, немножко желтовато идет такая. Наподобие песочной воды. Ну, тут плюс еще от мяса. Это мы так общую сделаем, так быстрее будет. Она так, в принципе, вода-то, ну, нормально. Но я фильтра все поменяю. Но после того, как я уберу этот шов, ну, промажу. Поэтому купил себе две бутылки минералки. Я вчера-то еще воду эту пил, но уже нет. Не буду рисковать. Нет, она чистая, все. Ну, как бы, все прозрачная. Но хочу, как бы, и то она сейчас хорошая, лучше пошла. Я откачал же, она опять набралась. И я прям вижу, что уже видно, как идет водопровод. У меня раньше не было видно, а сейчас видно водопровод. Ну, чистая. Но фильтра засорены, поэтому я не буду ни чайники наливать, ничего. И суп варить не буду. Ну что, хватит? Хватит. Не буду до конца доливать. Тут литров, наверное, я 15 налил. Сейчас поставим на газ. Так. Так. Опа, иди сюда, родная. Так, ну что, зажигаем. Все как всегда по схеме. Так. Все. Крышка чистая, чистая. Так. Дай им хватит. Сейчас. Было тепло, а потом опять гроза это дала. Не это. И опять это. Плохо ели. А прохладнее было, хорошо они уминали. Но я не говорю про Каюру и Чезу и Злату. Иногда белка что-то. А знаете почему? Я вот только сейчас вот подумал. Особо же у нее это, а у нее же сейчас срок подходит. Походу она хулиганит за счет течки. Она просто скоро потечет. А у нее, я ее тогда забирал на 2 августа. Да, через неделю она потекла. Вот она подходит, сейчас у меня, по идее, две суки потекут. Ну так говорится у нас в собаководстве. Ну, две девки, да, если вам так удобно. Но по-научному две суки. Кобели суки. У гончей выжловка. Жилец. Ну, а дальше остальные породы пошли. Как бы у гончаков, у гончих собак нету кобель, сука. Он как бы есть, мы просто говорим. А так пишется всегда выжлец, выжловка. Так. Не, хотя многие могут это и писать. Я не знаю. У нас-то народ разный. Что хочешь, могут понаписать. И придумать, да? Так, мы подготовим. Ой, ну что, мне морковку им нашинковать? Дайте я им нашинкую, наверное. Да. Сейчас ей все подготовлю. Я вот это только уберу. Все. С поджаркой что сделать? Ой, кошмар. Или блендером сбить.
этим миксером, я не знаю. Так, чтобы жевалось легче. Так, ну в принципе, все, пусть варится. Я сейчас буду подготавливать тогда. Сейчас все подготовлю, нашинкую капусты. А, надо макароны сразу принести. Пусть будет это. Угу. Так, ну что тут? Ух-ух-ух, накипело. Ну, мы сейчас помешаем. О, проварились. Ой, какие большие куски. Мне надо же их будет разрезать. Да, сейчас я их буду выкладывать. Потому что они большие. Надо их помельчить. А вроде в пакете лежали небольшие. Может, там внутри что-то лежало. Это полная каша. Надо размельчить. У меня чезы, хотя не разгрызут, но надо, чтобы всем одинаково досталось. Поэтому я сейчас буду вытащу, пусть чуть остынут. Так, ну что, надо мясо сейчас чуть-чуть подостыл, но все равно горячее. Да, это говядина. Жилы есть какие-то, не сухожилия нету, какие-то вот около желудка, гляжу, желудок. Ну, рядом что-то обрезали, нарезали. Ну, стол сейчас я весь, конечно, испачкаю. Да, вот эта желудочная часть. Видно эти. Желудочек. Да не дай бог, чизи где-нибудь застрянет там где-нибудь. Надо чуть поменьше, а то ест она аккуратно, конечно. Вот. Молодец. Нету жадности к еде, нету ничего, такая спокойная, она лакает. Вы же сами видели, она сначала оближет, помоет вокруг, а потом только этот. И все. Так, это я сейчас высыплю, а то мне не хватает этот места. Крышка горячая. Взял пальцем. Так, дорежем, дорежем. Так, все это. Говяжий. Куски где-то. С каких мест, не знаю. Сегодня таких вкусняшек, конечно, не было, но заеду сейчас потом. Потому что из творога досталось только каюру и чези. Ну, а белка, конечно, капризничает, то, что будет течка, скорее всего. Загуляет девка. Так, ставлю опять пошибче. Горишь. Все. Готовлю. Сейчас полосну, то будет жирновато все это дело. Так, сейчас мы морковку тогда. Прям в миске сделать. Миски. Сейчас чуть-чуть потрю морковочку, чтобы не разлетался, я имею в виду. А пластиковая. Я покупал эту посуду для поездок, для отдыха в Карелию, туда-сюда. В Карелию я пока не еду, пока нет возможности, я уже скажу этот, потом, как будет, что возможность. Хочется поехать, может получится, может не получится. Если девки потекут, то вообще кошмар. Это будет, у меня каюр будет, гулять будут по отдельности, гулянка.
суперская. Но через такие решетки могут повязаться через такие щели. Запросто. Я такие чудеса иногда видел, что выгибаются так. Природа. Не уйти, а хочется. Поэтому тут глаз и глаз нужен. Нет, пролезть нет, а подставиться она может. А он подстроится. Она подстроится, он подстроится. Если такая, вот такую сетку надо делать, как у Чезо, я тогда говорил, что всем надо, потому что они замучили головами. Этот Злата не высовывает голову. Каюр тоже. А вот эти две прохиндейки, две соседки, эти глядят во все стороны. Налево, направо, с друг другом переговариваются. Ну, как бы это, о чем-то беседуют. И гляжу, вот, изогнулись, и давай морду друг другу и лают. Что-то защищает свое, там, не знаю, прям. Я говорю, ну вот, нашли друг друга. О, Господи. Ни одно у нас так другое. Ну, такая жизнь, тем более в стае. И нет. У нас то не одно, то это, то другое. Ну все, потери минимальные. Морква все готова. Тоже кусочек сварится. Так, морковку в принципе быстро надо. Да и капуста быстро. Надо капусту готовить. Сразу сейчас и капусту сделаю. Так, сейчас мы капусту раз. Опа. Раз. Два. Так. Как же тебе? Не падай только. Три. Три. Остальное я не даю. Твердовато. Твердовато. Это молодая, что ли? Ох, щи так щи. Лайком. Все, это для души. Все, первую сейчас. Это старое не будем. Так. Сейчас мы это все первое. За, туда, за, кинем. Туда все. Капусточка. Хорошая. Эх. Так. Внимание на экран. Первый засыпан. Ай. Второй засыпан. Еще засыпан. Сейчас остатки соберу и закинем еще. Так, все, остатки я высыпал. Теперь морковку сразу туда. Давай. Ой, бульончик горячий, чтобы морковка не оставалась. Так, не терять продукты. Все это мы дело сейчас помешаем. Все мы это дело сейчас помешаем. Размешаем. Златка что-то разошлась. Смотрите, кто там что. Ой, красота. Получается, молодой капусты им варят. Натуральные, обычные щи. Можно даже вот, если все правильно, картошку сюда, да? Картошку.
все это положить, можно людям обычно есть, обычным людям. Вот такая вот красота. Хопа, 30-30. Все, ждем, закипает. Сейчас я макарошки. Пару пачек, наверное. Они маленькие, по 400 грамм. Сейчас глянем. Так, я все забываю, я же рис же все добавляю. Для стула. Он там почти. Рис как раз должен подойти. Ну, брифу начал говорить. Так. Еще на один раз. Так. Делю пачку на 3 раза. Вот, пусть он сейчас чуть разойдется. А капуста это сейчас быстро. Она молодая. Он густовато так получается. С мясом-то и капустой-то. Потом посмотрим, как они щиты поедят. Ой, хоть этим палачи, да? Красота? Красота. Зеленый, надо себе щи. Что-то я себе захотел щи. Тут сейчас надо будет за грибами ехать с чезой. И грибного супа можно сварить. Ну, бог с ним. Сейчас пусть закипает. Сейчас мы пошибче сделаем. Опа! Сейчас быстренько оно. Ну что, последний штрих, это 2 пачки макарон, может быть даже 1. Ох. Я слышал, я к тебе подошел, что ты закипел, забурлел. Ну, чтобы пустую не ели, щи, о, какой красота. Можешь себе шли отхлебнуть в тарелку. Это. Погуще. Они маленькие пачки. Если бы они были килограммовые, да, там, ну или по 500 грамм, наверное, было много. Сейчас мы сразу это все дело размешаем. Надо разогнать все макарошки повсюду, чтобы не было скомканий и так далее. Но если что, вы знаете, я еще до верха есть место. Если я почувствую, что она сильно набухает, я, в принципе, добью ее до 20-ки. Но я думаю, что вот эти щи, они будут с удовольствием это все кушать. Потому что это, считайте, я сварил натуральный суп, ну, обычный человеческий, без каши. Поэтому я то суп варю, то кашу. Ну, я каши не любитель. Вот, если грибы будут, может быть, сделаю подливу грибную. Вот, и это... Как его? 100 лет не ел гречку, может быть, гречки можно отварить будет и так далее. Сейчас чуть закипим, посмотрим, что нам покажет сейчас суп щи. Щи-щи. Диалай хороши. Да, периодически всегда помешиваете. Я вот, ну, уже мешал, сейчас вот еще подмешаю, потому что бывает где-то что-то как-то. И этот... Где-то, чтобы, может, не слипалось, не прилипало. Ну, такое вряд ли. Но все равно макароны. Где-то что-то, чего-то. Ох. Так что вот. Ждем еще. Красивые. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все закипело. Забурлило. Я буду выключать, она дойдет. Не будет настаиваться. Теперь уже все. Где-то хоть макарон-то поймать. Рис-то точно разошелся. Ну, макарошки мелкие. Но я думаю, что будет очень вкусно. О, сколько там всего. Ой, господин. Что ты пугаешь-то? Так, все, я выключаю. Ну вот, в принципе, настоится. Ну и следующее видео посмотрим, как будут хламкать, чав-чав-чав-чав-чав-чав-чав. Все, увидимся на следующем ролике. Спасибо за хороший комментарий, за общение, за позитив и так далее. Всем спасибо, пока-пока.